8 и 9 июня в Саранске на стадионе «Старт» проходил республиканский финал соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Лучшие юные легкоатлеты Мордовии выступали в трех возрастных группах в индивидуальном и командном зачетах. Всего в течение двух дней на дорожке и в секторы стадиона вышло около 500 мальчишек и девчонок. Все они боролись не только за медали, но и за право поехать в начале июля в Ульяновск, где состоятся аналогичные соревнования, но уже в рамках Приволжского федерального округа. Это соревнование является отборочным на Приволжский федеральный округ, который, значит, в этом году вот зимний этап проводился в Саранске, потому что у нас идеальные условия созданы для проведения зимних соревнований. Это манеж «Шор» по легкой атлетике. Вот. А летние соревнования оргкомитет Федерации легкой атлетики России решили дать в Ульяновск. Соревнования «Шиповки юных» отличаются от обычных легкоатлетических стартов тем, что для победы спортсмену недостаточно хорошо выступить только в одном виде спорта. Зачет идет по сумме баллов, полученных за четыре дисциплины. Это спринт, бег на средние дистанции, метание специального снаряда и на выбор прыжки в длину или высоту. Так что для хорошего результата нужно продемонстрировать универсальную подготовку. Многоборье обычно дается тяжелее, чем обычная дистанция, потому что в многоборье там несколько видов. А в одном виде там проще. Ребенок в каждом виде должен показать свои максимальные возможности. Хорошее соревнование «Шиповка юных». Нужно иметь и ловкость, и быстроту, и умение, и силу, и выносливость проявить, чтобы занять какое-то определенное место. Подопечные Дениса Кузина в итоге оказались и самыми ловкими, и самыми быстрыми, и самыми выносливыми среди сборных сельских школ в своем возрасте. В других категориях юноши победу праздновали команды Ковылкина, Еваса, Луховки, Рузаевки, Чамзинки, поселка Комсомольский, а также сборная центра «Старт». У девушек на высшую ступень пьедестала почета поднимались легкоатлетки Саранской ДЮШ номер один, команда из Луховки, Атимара, Ковылкина, Лямбери и Больших Березняков. В индивидуальном зачете организаторы отметили Веронику Аракчееву из Саранской школы номер 40, которая из нескольких сотен участников набрала больше всех зачетных баллов и победила в индивидуальном зачете среди девушек 2006-2007 года рождения. Впрочем, шансы громко заявить о себе есть у остальных участников «Шиповки юных». Эти соревнования дали дорогу в жизнь не одному десятку талантливых мордовских легкоатлетов. Вот эти соревнования являются основой развития легкоатлетики. То есть эта вот многоборная подготовка закладывает основы будущих легкоатлетов. Многие спортсмены, вот ведущие, которые сейчас уже судьями являются, российской категории, вот, например, Никонов Михаил, он, значит, рекордсмен республики, 2.26 прыгал, начинал вот с этих соревнований. Ну и многие, у нас многие ребята, которые, значит, вот начинали шиповки, показывали очень высокие результаты в дальнейшем. То есть это является основой развития легкой атлетики. Приволжский финал «Шиповки юных» состоится с 5 по 6 июля в Ульяновске. Кроме того, лучших легкоатлетов осенью будут ждать всероссийские соревнования в Адлере. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев, программа «Наш спорт».